Здравствуйте, как понимаю, вы заказали два телефона у нас по внешнему состоянию M11. Все сразу покажу. Полностью сброшен. Это у нас Mia 2. Wi-Fi подключает, симку видит. M11. Из дефектов сразу скажу, вот здесь вот снизу есть трещинка. Не на самом экране, именно вот на этой черной рамке. Так, по заряднику. Зарядник, соответственно, обычный. Это Mia 2 Lite. Вот, и ставили, все, зарядка пошла. О. M11, у него, соответственно, идет Type-C разъем. Все, включили, зарядка тоже пошла. Так, дальше по Mia 2. Также состояние. Все показываю, нет стекла на задней камере. Телефон тоже полностью сброшен. Заходим в камеру. Ну, там, например, вот. То есть, видим, есть такие пятнышки, мусор попал. Приближает, фокусирует, но вот есть и пятнышки. Все это вот чистить уже надо счетчиком. Аккуратненько, специально. В остальном все хорошо. По звуку. Сейчас в обоих покажу, как. М11 у нас соответственно. Добрый день. Соответственно, здравствуйте. А диск есть у вас на 4-ю сумку? Нету. Так, звук и вибрации. Громкость. Все полностью в исправном состоянии.